К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды, радуга, конфетти. Мы друзья всех сильнее. Автор идеи Иджинио Страффи. Улыбнись скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Феи, подруги, Винкс. Мы летаем вместе, феи, подруги, Винкс. И если сильно ты веришь, если с тобой мечта. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. Будучи пленницами вампиров, Блум, Муза, Текна, Лейла и Флора чуть не потеряли всю свою энергию. Но Стелла с помощью Пикси смогла победить Детей Ночи и спасти подруг из заточения. Свет торжествует над тьмой, и вновь добро побеждает зло. Фея крестная. Девочки, как там ужин? Мы проголодались. Еда почти готова? Как хорошо, что мы все вместе под одной крышей. И я очень ценю... О, вашу помощь, Пикси! Растяпы, правило 5 секунд. А теперь домашнее тесто для пиццы. Вам понравится этот рецепт? Мы часто готовили пиццу с папой. Она очень вкусная. Посмотрим. Сначала мука. Готова, Флора? Она летит. Ой. 2 чайные ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Поаккуратнее, Флора. И мешайте. Как долго? Пока тесто не будет отходить от стенок миски. Духовка готова? Почти, шеф. Лейла, Муза, как там тесто? Липкое. И тянучее? Ой! Да, определенно липкое. Ну почему все так долго? Никто не нагреет плиту быстрее, чем фея сияющего солнца. Я рада снова проводить с вами время, девочки. Хорошо, потому что теперь ты от нас не отделаешься. Стелла, берегись! Флора, ты уверена, что положила сахару не слишком много? Без тебя, Блум, эмоциональные и физиологические реакции группы были полностью нарушены. Иными словами, мы скучали по тебе. Спасибо, Винкс, вы лучшие. Блум, как вкусно пахнет соус. А теперь овощи. Вкусно? Духовка готова! У-ху! Отлично! Осторожно! Будем печь! Блум, похоже, у вас там серьезный процесс. Надеюсь, там чисто? Да, мама! Ты же знаешь нас! Все под контролем! Не стоит волноваться! Поверь мне, мы почти закончили! О! Пицца будет готова через минуту! Мы тут... то есть остались последние штрихи? Еще несколько минут. Такую пиццу стоит ждать. Приготовьтесь удивиться. Обед подан. Запиши меня на добавку, милая. Меня тоже. Она моя! Майк! Ты же собирался съесть только 2 кусочка. Наверное, я сбился со счета. Дамы и господа, я хочу произнести тост за нашу дорогую Блум. Ты не только бесстрашный лидер и кулинар, но еще и самый лучший друг в мире. За Блум! Да. Вперед! Давайте праздновать, друзья, этот новый. Ла-ла-о, у-ла-ла-о, у-ла-ла-о.
Селина, ты часто использовала легендариум по приказу ведьм. Надеюсь, ты не забыла о своей главной цели. Конечно, не забыла, Ашерон. Но чтобы освободить тебя, мне нужны силы, которые я собрала в магических школах. Селина! Пойдем со мной. Так, так, так. Винкс устроили милую вечеринку с пиццей. Фу, ути-пути. Скукота. Фу, напомните мне, чтобы я навсегда отказалась от пиццы. Я помню, как мы так же смеялись с Блу. Я так рада, что вы немного побудете у нас. Да, мы узнали, что фея крестная Элдора живет здесь, в Гардинии. Конечно, живет. Это рисунок, про который я говорила. Мне было всего 6 лет. Это дом Элдоры? Да, думаю, да. Ты раньше там часто играла. А теперь пора туда вернуться. Да, вместе с Пикси. О, похоже, они никуда не пойдут. Мы вернемся. Я все вспоминаю, как будто была здесь только вчера. Блум, здесь огромное количество волшебной энергии. Ты права, меня сюда всегда тянуло. Я чувствую такое умиротворение. Привет, малыш. Кажется, он пытается нам что-то показать. Так чего же мы ждем? Следуйте за этой бабочкой. Побежали! Посмотрите! Лануси! Я думаю, мы пришли куда надо. Дом Элдоры где-то рядом. Посмотрите! Ого! Как красиво! Они как снежинки! Быстрее бежим за ними! Сюда! Красота! Смотрите, вот он! Ух, я так хочу встретить Элдору! Знаешь, я тоже! Все так, как я помню! Это просто невероятно! Вперед! Кто быстрее? Стелла, осторожно! Ого, Стелла! Хороший улов! Пора вставать, мои миленькие цветочки. Что такое, Блум? Ее энергия. Вы ее чувствуете? Доброе утро. О, Зелинда, чуть не упала. Здравствуйте. Наверное, вы Элдора. А? Это я, Блум. Я точно Элдора. Но ты... Блум, 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 Блум. Ты напоминаешь мне цветочек. Ай! Это я, Блум! А, Блум, что же ты сразу не сказала? Добро пожаловать! А, заходите, девочки! Я познакомлю вас со своими азалиями. Нет, лучше со своими бегониями. Что это за чудесный запах? Я сделала особый чай с Ланусией только для вас. О, он вам точно понравится. Он божественен! Вы такого еще не пробовали. Что случилось? Вам нужен сахар. О, нет, но он так интересно пахнет. А что это вон там, Элдора? О, вам нравится мой волшебный кактус. Он живет в доме довольно давно, но иногда он бывает колючим. Видели бы вы его летом. О, посмотрите, о, бонсай проснулся. Ну что ж, расскажите, зачем вы пришли, хорошо? Интересно, и эта знаменитая фея крестная? По-моему, она не выглядит какой-то особенной. Трикс не должны знать, что я знаю Элдору.
Что происходит? Раньше наше шпионское колдовство не блокировалось. Видимо, дело в доме Элдоры. Что ж, значит, девочке нам придется навестить фею-бабулю и испортить им чаепитие. Это похоже на идеальную возможность для засады. Отличный план! Пошли, сестры, давайте навестим наших любимых фей. Командировка! Селина, а ты оставайся тут. Выбери что-нибудь особенно противное для чтения. Это я делаю лучше всего. Итак, девочки, чем я могу помочь? Фея крестная, вы помните фею, с которой я играла здесь, в саду? Пожалуйста, дорогая, зови меня просто Элдора. Наверное, ты говоришь о Селине. Да, о Селине. Боюсь, многое изменилось с тех пор, как вы играли вместе, Блум. Знаешь что? Я слышала, тут живет фея. Правда? Я хочу быть феей, когда вырасту. Посмотри на меня, посмотри на меня. Я лечу. Подожди, я не фея. О, я в обеих почувствовала сильный волшебный потенциал. А? Смотри, смотри, Блум. Ой. Но в случае с Селиной я знала, что ей понадобится опека учителя, чтобы достичь успеха. Я решила стать ее феей крестной и взять ее под свое крыло. Сначала я учила ее мелким заклинаниям, а потом мы перешли к более серьезной магии. Да. Селина, дорогая, получилось! А теперь устроим мне мягкую посадку. Наверное, вы ударились? Похоже, Селина училась быть хорошей феей. Почему она изменилась? Я была хранительницей библиотеки в Александрии. Я привезла туда Селину и показала ей легендариум. Я только слышала о его силе, но никогда не пыталась использовать ее. До того дня, много лет назад, жил дух сокола, опасное существо. О! Легендариум! Ах! О! Фея крестный! Он живой! Более чем живой, не так ли? Что нам делать? Узнав, насколько опасен легендариум, я отправилась в путешествие по миру. В поисках способа закрыть его. Да, но когда я вернулась из путешествия, все стало еще хуже. Селина, я тут. Здравствуй, Селина. А? Что? Кто ты? Я Ашерон. Не забывай обо мне. И я научу тебя, как собрать всю силу из легендариума. Правда? Ты это можешь? Ну, конечно. Селина, я могу дать тебе самую невероятную силу прямо сейчас. Ха-ха. Покажи, что ты можешь. О! Теперь ты ведьма-змей. Селина? Селина, что ты делала? Ничего, просто читаю. Но это Ашерон. Он злой колдун, который создал легендариум, но в итоге оказался заключенным среди этих страниц. Держись подальше от этой книги, Селина, ясно? А, но я чувствовала в ней перемену. Она уже не та фея, какой была. В ее душе поселилась злая сила. Однажды ночью, при свете луны, Селина поклялась верности Ашерону. Я выбираю тебя, Ашерон. И тогда она украла легендариум и сбежала из леса цветов. Теперь я боюсь, что Селина пытается освободить его. Значит, мы должны остановить ее, пока не будет поздно. Что-то подсказывает мне, что даже Трикс не знают всей истории. Ты права, Лейла. Трикс не понимают того, что Селина использует их. Но Элдора, надеюсь, вы смогли узнать, как закрыть легендариум? Ну, был один способ. Звук идет снаружи. Винкс,
Пошли проверим. Ты почти задела дом, Сторми. Надо было догадаться, это Трикс. Винкс, не подпускайте их к Калдоре. Волшебница Винкс, Блумикс! Блум, фея пламени дракона! Лейла, фея волн! Флора, фея природы! Стелла, фея яркого солнца! Текна, фея технологии! Муза, фея музыки! Вы готовы, Винкс? Да! Покажем им, на что мы способны! Текна, Флора, охраняйте Элдору! Все остальные за мной! Спектр света! Бесконечное эхо! О, та же песня и тот же танец! Вулканическая атака! Лайла, берегись! Буйство сосулек! Мега-стена Морфикса! Блум! Так держать, Винкс! Обожаю, когда Трикс получает то, что заслуживают! О лесе цветов ходит много легенд, но я выберу только одну. Стоп! Вот это, по-моему, весело. Как-то раз в лесу цветов появилась одна недобрая сила. Легендариум! Эктоплазматические фантомы! Разрушьте лес цветов и всех, кто там живет! Скажи мне, что это добрые садовые духи! Могу поспорить, что нет! Ну что, Винкс, нападем на них с разных сторон! Ой, смотрите, у Винкс неприятности. О, нам им помочь? Не беспокойся, Блум, мы их остановим! Им нужно быть осторожнее! Бесконечное эхо! Я усилю его своим гармоничным ударом! Яблочко! Текна! Я лечу! Я поймала тебя! Это невероятно! Ты можешь поверить? Ты ее лицо видела? Терпеть не могу легендариум! Его легенды становятся все более опасными. Они снова летят! Но подождите. О, я надеялась выпить еще чаю, но вы не оставляете мне выбора. Про это священное место есть много разных историй. Давным-давно в лесу цветов в изобилии цвели ланусии. Эти волшебные цветы защищали всех жителей леса.
исчезли. Так, держать, Элдора! Кто бы мог подумать, что она это может? Уходим отсюда! Пока-пока! Элдора! Ура! Так, держать! У вас получилось! Спасибо, фея крестная. Не за что, дорогая. Я чувствую свою ответственность за случившееся. Вы не виноваты, что Селина выбрала зло, а не добро. И вообще, теперь у вас есть мы. Мы поможем. Что ж, меня это очень радует. Я знаю, все вместе мы остановим Трикс и Селину. Элдора, вы что-то хотели сказать мне про легендариум? Да. Для начала надо придумать новое место встречи на вечер. Трикс нашли мой дом, и тут уже небезопасно. О, может, мы переночуем в старом дереве? Извините, что-что? У меня есть идея получше. Пойдемте ко мне домой. Это отличная идея, Блум. Я только соберу Ланусю для чая. Элдора, вы очень добры, но нам уже хватит. Ну ладно. В следующей серии. После того, как Винкс встретились с Элдорой, фея крестная рассказала им, что единственный способ попасть в мир легендариума – отправиться на Тир-на-Ног, чтобы собрать там волшебные предметы. Винкс вместе с Элдорой настроены позитивно. Они вместе отправляются на остров Тир-на-Ног, чтобы получить нужные предметы и войти в мир легендариума. Мыслям добрым улыбнись, без оглядки путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году.